шутник стреляет в личную охрану богатых людей. В дальнейшем шантажирует их с целью получения денег. Вздумаешь шутить, следующая пуля твоя. Ему срочно нужна операция. Подожди, а врачи... У нас не делают таких операций. Делают там. А там нужны деньги. Убит Овечкин. Он точно бьет, превосходно планирует и даже умудряется у нас из-под носа утащить деньги. Мы упустили его. Если хотите, это почерк снайпера. Бывают и совпадения. Бывают, но... Недавно так не было спокойно, как сейчас. Нож! Он же попал прямо в бензобак. Пуля пришла с той стороны. Нашлись благотворители, которые пожертвовали деньги на операцию. Я собираю документы, и через неделю мы полетим в Гамбург. Говорят, ты продал квартиру. Я не продал, я заложил. Объявлен план перехват. Вот останавливаем всех. А кого ищем, непонятно. А что ты говоришь, у тебя в сумке-то лежит? Показать? Это была она.